У меня в гостях Юлия Юркова, тоже представитель Светланова Москву. С Екатериной мы поговорили как раз-таки о бренде, о вашей компании, какую коллекцию вы привезли. Юль, а у тебя хотел уточнить про рынки сбыта вашей продукции. На каких торговых прилавках можно увидеть вашу коллекцию? Во-первых, у нас есть свой собственный интернет-магазин розничный, и мы очень продвигаемся активно в Инстаграм. То есть все онлайн-площадки мы преследуем омниканальность, поэтому, соответственно, там. Где нас можно увидеть? Нас можно увидеть у наших партнеров. Здесь на выставке мы представляем коллекцию, как Екатерина сказала, весна-лето, то есть актуальную. И у нас есть большое количество партнеров в крупнейших городах России, а также во всех регионах, собственно. И мы непосредственно работаем с ними, поэтому нашу продукцию можно увидеть у них. Юль, а кто ваша целевая аудитория? Кому стоит обратить внимание? Вот точно надо прийти и посмотреть вашу коллекцию. Наша целевая аудитория — это, конечно же, прекрасные российские женщины, которые следят за модой, следят за трендами, и которым интересна какая-то уникальность и поддерживать свой индивидуальный стиль. А есть какой-то возрастной диапазон? Конечно, возрастной диапазон. На самом деле наша коллекция подходит на очень широкий возрастной диапазон. Это от 25 до 55 лет, но есть понятие целевой аудитории бренда, и целевая аудитория — это 35-50. Юля, и заключительный вопрос. Какие цели вы преследуете на выставке CPM? Конечно же, пообщаться с нашими текущими партнерами и познакомиться с новыми партнерами, открыть новые рынки сбыта, новые регионы, получить обратную связь о нашей коллекции, услышать то, как наши текущие партнеры работают с нами и работали на протяжении прошлого сезона. То есть по максимуму общение, еще раз общение. То есть на базе общения мы и строим нашу стратегию. Юля, желаю вам того, чтобы общения у вас было довольно много за дни проведения нашей выставки CPM. Спасибо большое. Всего доброго.